Skintellectual Solutions is an aesthetic company based in Frankfurt, Germany, with a production site in Verona. Our mission is to provide science-based skin health solutions for aesthetic clinicians and their patients. We believe that each patient is unique and requires an individual approach. We are aging differently, and each aging mechanism should be addressed in the aesthetic treatment. Aesthetic specialists should give a full range of active therapeutic instruments to modify and slow down the aging of the skin. Experts of Skintellectual Laboratories suggest the solutions which promote skin health and beauty and provide science-based products tailored by aesthetic professionals to their patients. Skintellectual products are made in Italy with careful quality control and following GMP standards. The production site is certified by FDA USA. We suggest only halal products. Our new technology provides high active and stable formulations that transform Skintellectual skincare to skin cosmetic therapy. Beauty is about enhancing what you have. With Skintellectual solutions, let yourself and your patients to shine through. Own your kind of beauty. Skintellectual solutions. Ой, дорогие коллеги, прошу прощения, но у меня какой-то технический сбой случился. В общем, удалось все-таки реанимировать мой ноутбук, поэтому простите за задержку, но я постараюсь компенсировать это, соответственно, информацией. Мы сегодня с вами говорим о том, как и нам, и нашим пациентам, опять же, правильно ухаживать в летний период. И давайте сначала обозначим две основные, я бы даже сказала, все-таки проблемы летнего периода. С одной стороны, солнышко светит и нас радует, но с другой стороны, это интенсивное солнце дает нам все-таки ряд негативных моментов, о которых мы должны с вами обязательно с пациентами разговаривать и обязательно подчеркивать важность, что когда наступает апрель, уже в принципе даже на наших с вами средних широтах солнце становится более активно, уж те, кто находится все-таки ближе к морю или к горам, там эта проблема, она вообще круглогодичная. Кроме того, летом чаще всего, опять же, если мы не сидим только с вами на берегу моря, воздух становится более сухой именно в принципе, не только уже в помещении, но и на улице. И, соответственно, за счет вот этой концентрации, этой сухости, у нас концентрация различных частиц, именно твердых частиц, она начинает нарастать в воздухе. Поэтому давайте рассмотрим с позиции летнего ухода именно с точки зрения этих неблагоприятных факторов этого приятного эмоционально для нас периода. Хотя не все любят, собственно говоря, лето как раз именно из-за того, что у нас есть пациенты вообще даже с аллергией на солнце. Это небольшая группа пациентов, но тем не менее у нас есть пациенты, которые дают симптомы фотодерматоза даже при незначительной солнечной активности. Но многие из нас, я в частности, тоже попадала в такие истории, и тем более уж наши пациенты без медицинского образования, бывает, что страдают от фотоповреждения, когда либо забыли нанести фотозащиту, либо слишком долго находились на открытом солнце, и фотозащита просто перестала работать, и таким образом получили не просто повреждение, а именно солнечный ожог. В этой ситуации, да, встает всегда вопрос, что же использовать как средство скорой помощи для того, чтобы, во-первых, облегчить ситуацию, да, потому что будет яркая гиперемия, болезненность, возможно, даже гипертермия общая. То есть мы тоже должны с вами понимать, что это действительно ситуация, которая требует от нас с вами назначения средства, которое снимет вот этот личный дискомфорт и, кроме того, опять же, не приведет к отдаленным неблагоприятным последствиям.
И в этом случае я прежде всего призываю вас вспомнить о всем нам известной аскорбиновой кислоте. У нас с вами на сегодняшний день есть точные данные о том, что после нанесения аскорбиновой кислоты на кожу у нас значительно уменьшается эритематозная доза и, соответственно, эритематозный ответ, то есть четко будет уменьшаться вот эта гиперемия, которая могла быть получена именно за счет неконтролируемого солнечного воздействия во времени или по интенсивности за счет того, что мы получили вот это фотоповреждение. Кроме того, обратите внимание, что у нас точно, опять же, есть данные о том, что после высокого ультрафиолетового облучения, если, соответственно, аскорбиновая кислота была назначена до, то у нас снижается уровень этого фотоповреждения. Причем это было доказано именно на клеточном уровне. То есть если, например, наши пациенты предполагают, что они могут оказаться в условиях, когда нет возможности повторно нанести фотоповреждение, фотозащиту, или когда, например, будет активный контакт с водой, которая смывает фотозащиту, то в этой ситуации, основываясь на данных именно исследований и публикаций, я бы рекомендовала вспомнить об аскорбиновой кислоте еще и до воздействия ультрафиолетового облучения. Опять же, подчеркиваю, мы всегда с вами опираемся именно на научные данные, когда говорим о выборе активных ингредиентов и, соответственно, назначении вот этого топического ухода. Кроме того, опять же, мы на сегодняшний день с вами, кроме воздействия такого непосредственного и симптомов именно первичного фотоповреждения, понимаем прекрасно, что ультрафиолетовое облучение будет активировать все неблагоприятные процессы в коже, направленные на разрушение, собственно, правильной структуры коллагена. Да? И кроме того, опять же, у нас на фоне изменения правильной структуры коллагена идет перестройка эластиновых волокон, которые мы называем эластоз. Да? И солнечный эластоз может быть уменьшен за счет нанесения аскорбиновой кислоты. Кроме того, аскорбиновая кислота, опять же, являясь коферментов различных факторов, она будет стабилизировать структуру коллагена и, соответственно, предотвращать его разрушение, в том числе и после ультрафиолетового облучения. Опять же, на слайде у меня вы видите эти данные, и, соответственно, опять же, это данные именно научных исследований и публикаций. Поэтому на сегодняшний день для всех наших пациентов, которые собираются на активное солнце, я обязательно рекомендую, чтобы они взяли с собой аскорбиновую кислоту, потому что она у нас сама в организме не синтезируется. Вот я специально подчеркнула на слайде эту фразу, потому что многие говорят о том, что ну, у нас же природа такая умная, универсальные механизмы придуманы. К сожалению, это не касается аскорбиновой кислоты. Она у нас в организме сама никак не синтезируется, но ее концентрация очень необходима, причем больше она содержится исходно в эпидермисе, чем в дерме, да, и, соответственно, единственный вариант изменить ее концентрацию, то есть это не прием внутрь аскорбиновой кислоты, а именно местное применение. То есть нам нужен топический препарат, наружный препарат, который мы будем, соответственно, наносить на кожу в условиях как раз возможного фотоповреждения или если мы его все-таки получили. Напомню о том, что мы с вами прекрасно знаем свойства аскорбиновой кислоты, которые используем именно в косметологии. Да? Ну, во-первых, это антиоксидант. И, соответственно, этот механизм мы его используем вообще, в принципе, круглогодично и особенно при возможном фотоповреждении, да, потому что блокировать вот эти неблагоприятные последствия. Кроме того, аскорбиновая кислота может влиять на меланогенез и работать в качестве депигментирующего средства. Но и самое главное, что мы опять же говорим о влиянии аскорбиновой кислоты еще на структуру кожи, чтобы нивелировать последствия солнечного ожога.
По поводу того, насколько мощный антиоксидант аскорбиновая кислота, мы тоже, опять же, знаем с вами массу информации. На данном слайде напоминание, да, о том, что это не только одномоментное действие. Аскорбиновый радикал может быть повторно задействован, и, соответственно, это хорошая антиоксидантная защита на длительный период времени. Самое главное, именно нанести ее на кожу, чтобы таким образом именно нивелировать, соответственно, вот это мгновенное неблагоприятное воздействие ультрафиолета. Далее, конечно же, мы говорим о лечении уже полученного фотостарения, уже тех изменений, которые сформировались в структуре кожи. Обратите внимание, опять же, на данный слайд трехмесячное рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование, которое проводилось, соответственно, на пациентах в такой широкой выборке по возрасту, то есть 36-72 года выборка была, то есть даже тогда, когда есть, соответственно, возрастные истинные изменения, аскорбиновая кислота давала нам улучшение клинически значимое в плане устранения мелких морщин, самой вот этой текстуры кожи, да, и, соответственно, однозначно вот эта гладкость, она была подтверждена еще инструментальными методами диагностики, именно по глубине морщин. То есть мы однозначно с вами здесь говорим, что препарат подтвердил свою эффективность именно на основании и заключений пациентов, и на основании объективных методов исследования качества кожи, рельефа кожи, по сравнению с контрольным участком, который был обработан пустышкой. Да, это тоже принципиально важно, потому что мы говорим тогда, опять же, о достоверности результата. И если мы, опять же, посмотрим на данные относительно пигментации, потому что еще один из симптомов фотоповреждения и фотостарения, это же, конечно же, отложение коричневого пигмента, да, это тоже, опять же, важно именно дифференцировать с пациентами. И обратите внимание, опять же, на данную публикацию 2019 года, мета-анализ 31 рандомизированного контролируемого исследования здоровых добровольцев именно той этнической группы, которая больше всего склонна к образованию пигментации, это китайцы и кавказцы. И, соответственно, эти исследования на основании мета-анализа подтвердили еще раз антипигментирующие действия и предотвращение пигментации после ультрафиолетового облучения, а не такое классическое отбеливание кожи. Поэтому, конечно же, если мы говорим с вами о работе с пигментацией, то в этом случае аскорбиновую кислоту нужно назначать желательно все-таки, да, до. Но обратите внимание, что мы все-таки говорим с вами о том, что прежде всего, аскорбиновая кислота, она угнетает активность тирозиназы. Именно этот механизм и позволяет нам снижать риск появления гиперпигментации. Да? Поэтому лучше назначить до воздействия на солнце и в течение всего времени пребывания наших пациентов на активном солнце. И, соответственно, опять же, мы не говорим о том, что аскорбиновая кислота может быть использована, ну, как монотерапия. Но, тем не менее, вот в этом комплексном подходе к лечению фотоповреждений и фотостарения, пожалуйста, вспомните о том, что аскорбиновая кислота максимально эффективна. И, конечно, летом от активного солнца и от вот этой жары очень часто страдают пациенты, у которых уже есть дерматологические проблемы, прям дерматологические заболевания. Мы с вами прекрасно с вами знаем, что в этом случае аскорбиновая кислота очень часто помогает нам контролировать и дифференцировку кератиноцитов, и таким образом восстанавливать, соответственно, эпидермис, и, соответственно, опять же, защищать, например, коллаген и кровеносных сосудов, и таким образом работает у пациентов в том числе с розацией, то есть профилактирует усиление процесса сосудистых нарушений. Да? Поэтому однозначно аскорбиновая кислота понадобится и таким пациентам, которым вообще сложно подобрать уход и сложно в каких-то более агрессивных факторах внешней среды. И на сегодняшний день с аскорбиновой кислотой у нас все-таки есть проблемы, когда мы говорим об использовании наружных средств, именно косметических наших средств. Во-первых, очень сложно сохранить рабочую высокую концентрацию.
потому что концентрация рабочая – это однозначно концентрация выше 15%. И, соответственно, очень важно, чтобы вся эта рабочая концентрация сохранялась в течение всего периода, пока у нас это средство пациентам будет использоваться. Да? То есть здесь вопросы, как раз, которые связаны с тем, что аскорбиновая кислота может быстро окисляться. Поэтому это первый момент. Второй момент. Опять же, мы очень часто все-таки говорим о том, что многие производители, собственно говоря, используют не саму аскорбиновую кислоту, а как раз ее производные. Поэтому однозначно нужно четко посмотреть, что в составе косметического средства, и обратить внимание пациентов на то, что это должна быть именно аскорбиновая кислота в концентрации выше 15%. И обратить внимание на упаковку, потому что если это прозрачная упаковка или, соответственно, банка, которую мы открываем, закрываем, то тогда аскорбиновая кислота будет очень быстро окисляться, и рабочая концентрация просто потеряется в течение времени. Следующая проблема аскорбиновой кислоты – это то, что это водорастворимый ингредиент. Я поэтому именно напоминаю, что если мы вспомним с вами, ну, условно говоря, правила для хорошего проникновения в кожу, то водорастворимые субстанции практически не способны проникать именно в глубину кожи, там, где они должны работать. Они останутся только на поверхности, и даже, собственно говоря, эпидермис не сможет повысить концентрацию аскорбиновой кислоты, так необходимую нашим пациентам на активном солнце. Поэтому, опять же, посмотрите, пожалуйста, на данный слайд. Если мы говорим с вами о аскорбиновой кислоте в рабочей концентрации, то нам необходима та технология, которая позволит нам сохранять высокую концентрацию, защищать ее от окисления преждевременного. И кроме того, чтобы это была та технология, которая обеспечит нам доставку именно в эпидермис и дальше в дерму. Поэтому однозначно, да, нам нужна аскорбиновая кислота из линейки Skintellectual Solutions. Обращаю ваше внимание, да, еще раз, у нас с вами есть этот продукт. Нужно, опять же, пациенту объяснить правила использования, собственно говоря, всех продуктов. Но с аскорбиновой кислотой это принципиально важно. То есть не забывайте показать, что у нас есть, во-первых, что у нас закрытая упаковка, и поэтому данный продукт будет однозначно более полезен нашим пациентам, чем даже пусть флакончик из темного стекла, но с пипеткой, да, или уж тем более какая-то банка, потому что, опять же, будет доступ кислорода, и какое бы темное стекло не использовалось для флакона, все равно есть еще и проникновение солнечных лучей внутрь флакона, пусть ограниченное, но все равно есть. А Skintellectual Solutions – это у нас с вами закрытая упаковка, да и не просто закрытая, а еще с замочком. Поэтому не забывайте показывать, что надо открыть замок и выдавить ту капельку, которая нам необходима. Это именно капелька, которую мы разносим пальчиком по всему лицу, а не дозируем в ладошку. И, соответственно, обязательно потом надо закрыть замок. Напомню о том, что аскорбиновая кислота у нас с вами – это та микроэмульсия, которая слегка такого коричневого цвета, да, поэтому, опять же, нужно объяснить пациенту, как ее правильно наносить. И с точки зрения именно летнего периода аскорбиновую кислоту я рекомендую использовать именно утром, до нанесения фотозащиты, потому что как раз ее вот эти все положительные моменты, о которых я сказала, именно фотопротективное действие и профилактика фотоповреждения, гиперпигментации, она нужна нам днем. Вот, поэтому, соответственно, это утренний уход, и потом можно нанести совершенно спокойно фотозащиту и отправиться на улицу. Напоминаем, опять же, нашим пациентам, почему выбор нужен сделать не только из упаковки в пользу данного активного ингредиента, из линейки Skintellectual Solutions, но и в том числе напоминаю о том, что у нас есть феруловая кислота, которая защищает, опять же, от преждевременного окисления аскорбиновую кислоту в концентрации 18%. Это та самая высококонцентрированная аскорбиновая кислота, высокоэффективная, которая еще будет у нас высвобождаться и давать вот это пролонгированное действие,
в течение до 6 часов именно благодаря гиалосферам. Поэтому, опять же, нужно об этом напомнить пациентам. И, конечно, мы рекомендуем данный продукт прежде всего тем пациентам, которые склонны к фотодерматозам. Не забываем, опять же, про пациентов уже с имеющимися дерматологическими проблемами, да. И, конечно, прежде всего, это продукт для профилактики фотоповреждения. И уже во вторую очередь это все-таки работа с гиперпигментацией, если она у нас у наших пациентов есть или есть склонность к гиперпигментации. И давайте теперь еще вспомним о всех неблагоприятных моментах, которые связаны с ультрафиолетовым облучением. То есть у нас, во-первых, спектр ультрафиолетового облучения, он неоднородный. И если мы говорим о том, что в зимний период у нас практически там чуть-чуть активно солнце, и если мы не находимся с вами в проекции озоновой дыры, соответственно, в атмосфере, и не находимся в горах или у моря рядом с экватором, то, в принципе, у нас с вами фотоповреждение, оно практически минимально. Но наступает лето, и мы можем получить весь спектр ультрафиолетового облучения, соответственно, со всеми неблагоприятными последствиями. Именно фотоповреждением раньше объясняли все причины преждевременного старения кожи. Опять же, напоминаю, они нам хорошо с вами известны, это активация различных свободных радикалов, активных форм кислорода именно, которые повреждали нам структуры клеток, меняли их активность. Но еще раз напомню, особенно тем, кто находится в городах, ну или вообще в принципе в населенных пунктах, а не где-то в лесу или в палатке на море, что у нас с вами еще в летних условиях повышается сухость воздуха и, соответственно, концентрация различных твердых частиц в этом воздухе. И тогда давайте еще раз вспомним, мы говорили с вами в вебинаре об антиоксидантах, о том, что современная концепция, которая объясняет преждевременное старение, как раз и подчеркивает, что не только ультрафиолетовое облучение, но именно концентрация вот этих твердых частиц, она тоже будет провоцировать преждевременное старение. И если ультрафиолетовое излучение, оно будет работать через активацию свободно-радикальных форм кислорода, то твердые частицы, они, как правило, запускают нам с вами реакции воспалительного рода, и таким образом, опять же, будут влиять на структуру, соответственно, кожи и внешние изменения, внешние проявления преждевременного старения. Поэтому напомню о том, что именно наши с вами антиоксидантные системы, которые созданы были природой, созданы именно в коже, они защищают нас от преждевременного старения. И так как кожа – это основной барьер, то, соответственно, вот эта система защиты, она и была создана природой именно на этом первом эшелоне защиты, именно на уровне барьера. И напомню, что у нас с вами есть несколько этих систем, мы еще раз с вами о них сегодня поговорим и вспомним. Для того, чтобы объяснить пациентам, опять же, почему, находясь в условиях вот такого неблагоприятного сочетания и ультрафиолета, и, соответственно, еще условий сухого воздуха с концентрацией вот этих твердых частиц, напомню публикацию о том, что как раз-таки загрязнение воздуха вот этими твердыми частицами однозначно подтвердила преждевременное старение. И не только это касается китайцев, поэтому еще раз ссылаясь на исследование, которое проводилось в Германии, 400 женщин европеоидной расы в возрасте 70-80 лет именно были проанализированы их признаки старения, и однозначно, соответственно, те женщины, которые находились в условиях как раз где было очень много различных там выбросов от транспорта, от промышленных предприятий, соответственно, они подвергались этому воздействию более агрессивно, и, соответственно, у них достоверно была прослежена связь между, соответственно, вот этим неблагоприятным воздействием от дорожного движения прежде всего, да, и симптомами преждевременного старения
кожи. На уровне это проявлялось выраженность носогубных складок. Поэтому однозначно, даже если в городе нет крупных промышленных предприятий, то, соответственно, за благо цивилизации в виде автотранспорта мы тоже платим преждевременным старением. Опять же, подтвержденный факт. И тоже напоминаю, вот это исследование на китайцах, соответственно, китайские женщины, 400 тоже женщин, возраст, вы видите здесь, 40-90 лет, тоже, опять же, четко подтвердили, соответственно, что те женщины, которые проживали большую часть своей жизни в Пекине, где как раз кроме ультрафиолета еще и загрязнение воздуха очень выражено, давали, соответственно, более выраженные признаки старения. Но уж если еще наши пациенты курят, потому что некоторые не могут избавиться от этой привычки, пусть посмотрят на фотографии вот этих однояйцевых близнецов женщин, да, у которых четко видно разницу между благоприятным развитием сценария биологического старения кожи и неблагоприятным. Да? Поэтому однозначно мы с вами понимаем необходимость назначения антиоксидантов для нивелирования не только, соответственно, неблагоприятного воздействия солнца, но и, соответственно, из-за того, что в летний период концентрация твердых частиц в воздухе усилена за счет сухости, поэтому однозначно нужно вспомнить о том, что антиоксиданты нужны. Потому что как раз-таки у нас с вами именно они нейтрализуют вот эти все неблагоприятные последствия через доказанные механизмы. Опять же, сейчас вы видите их на слайде и ссылку видите на исследование 2017 года. И в этом случае, то есть если у нас с вами такой пациент уже пришел за назначением правильного домашнего ухода, то следует вспомнить о самом концентрированном и самом эффективном средстве HA Redox. Это та самая антиоксидантная система, которая содержит у нас кверцетин, ресвератрол и пегалокатехин. Это те компоненты, которые, соответственно, будут работать и быстро, и в долгую, да, то есть пациентам, которым уже больше, собственно говоря, 35-40 лет, которые проживают в неблагоприятных условиях и могут еще и сказать, что они не применяют фотозащиту, однозначно нужно назначить именно данный препарат для того, чтобы нивелировать все вот, механизмы развития признаков преждевременного старения. Здесь вы видите, что эпигалокатехин, ресвератрол и кверцетин как раз будут нам блокировать нарушения, соответственно, связанные с оксидативным стрессом, с окислительными вот этими всеми деструктивными процессами. И, соответственно, таким образом мы с вами получим сохранение качества кожи в первую очередь, да, и, соответственно, получим еще и противовоспалительное действие. И таким образом и защитим кожу, и, соответственно, полечим ее максимально физиологично с учетом тех механизмов, которые были разработаны именно природой. И про ресвератрол можно говорить бесконечно. Собственно говоря, некоторые, конечно, предпочитают употреблять внутрь красное вино, именно которое богато ресвератролом. Но мы говорим еще раз о том, что все-таки изнутри, это же сколько надо потреблять красного вина, чтобы ресвератрол дошел все-таки до поверхности кожи. Гораздо проще использовать именно топические препараты и таким образом давать еще и, обратите внимание, не только возможность сохранить структуру кожи, но и антиканцерогенные действия, которые также подтверждено именно у данного компонента. Поэтому, как я уже упоминала, то лучше всего этот препарат назначать взрослым девочкам. И я в своем домашнем уходе использую в качестве такого комплексного антиоксиданта постоянно практически, так как нахожусь в самых неблагоприятных условиях, житель мегаполиса с частыми перелетами, и на солнце тоже, как вы иногда видите в моих там сторис в Инстаграм, я тоже бываю и не скрываю этого, но для того, чтобы не на моей коже лица, и не только лица, потому что, собственно говоря, открытые участки тела тоже нуждаются в этой же защите, я использую HA Redox. И у нас есть ролик, где я показываю, как я наношу данный препарат. Однозначно без риска получить какие-то коричневые пятна, нужно опять же просто правильно научить пациентов его использовать.
и он не отпечатывается потом на белых вещах, опять же, если мы нанесли правильно минимальное количество. И, соответственно, никто не мешает мне сверху использовать фотозащиту, если я потом выхожу на солнце. Но хотела бы напомнить еще об одном комплексном антиоксидантном препарате из линейки Skintellectual Solutions. Это Skintellectual Redox. Значит, опять же, почему и этот препарат нам нужен? Да? Потому что, обратите внимание, по концентрации активных ингредиентов, HRE Redox, он, конечно, мощный, очень высокоэффективный, но он относится к неферментативной системе защиты, антиоксидантной защиты кожи, так же, как и аскорбиновая кислота, которую я уже упоминала. А что делать, если нам нужно быстро, опять же, поработать? В этом случае именно ферментная антиоксидантная защита сработает вот так на опережение максимально быстро. И Skintellectual Redox – это та самая система быстрой ферментной поддержки антиоксидантного потенциала кожи. Что же у нас здесь содержится? Опять же, я думаю, что вы все прекрасно знаете этот препарат. Супероксид дисмутаза, глютатион, убихинон. Опять же, в рабочих концентрациях, в упаковке, где у нас с вами они защищены еще от доступа кислорода или, опять же, того же самого солнца. И, опять же, у нас система вот с этой защитой, с этим замочком, об этом тоже нужно сказать. И, опять же, всегда напоминаю о технологии, то, что у нас это и микроэмульсия, и активные ингредиенты, все содержатся не только в свободном состоянии, чтобы быстро работать, но и в том числе в гиалосферах, и в освобождении будет идти в течение 6 часов. И прежде всего мы говорим о том, что этот антиоксидантный комплекс нужен пациентам, которые вот сейчас уезжают у нас, опять же, на солнце, и, соответственно, им нужна вот эта быстрая система защиты. Но эту систему защиты мы также можем рекомендовать нашим пациентам активными курсами, прежде всего, опять же, тем, у кого возраст еще более юный, до 40, да, и тем пациентам, у которых есть еще другие факторы окислительного стресса, преждевременного старения. Например, это прием статинов или, опять же, не всегда правильное использование именно фотозащиты и, соответственно, как гиподинамия, так и, наоборот, интенсивные занятия спортом требуют восстановления вот этой, собственно, нашей ферментной антиоксидантной защиты. Поэтому вот таким пациентам мы порекомендуем не HRE Redox, а именно Skintellectual Redox, чтобы тоже мы с вами очень четко понимали выбор. И напомню про клинические симптомы фотоповреждения кожи. Если уже случилось это, и пациент у нас с вами вернулся и приходит, и мы видим, что у него появились более выраженные морщины, неравномерный цвет кожи, возможно, с гиперпигментацией уже очаговой в виде солнечного лентига, мелазмы. Кроме того, если мы еще видим у пациента, и он очень часто нам еще даже об этом говорит, что кожа стала шероховатой, то есть гиперкератоз кожи, это тоже симптом фотоповреждения. Ну и со временем, соответственно, нарушение структуры приведут к дряблости кожи, это будет выражаться в положительном щипковом тесте, который прежде всего мы можем продемонстрировать в области кожи нижнего века, и не забудьте потом еще про шею, да, потому что, опять же, это тоже та зона, где мы подвергаемся воздействию ультрафиолетового облучения шеи, вот эта верхняя часть декольте, которая очень часто открыта, даже когда мы не на море, и, соответственно, сюда мы фотозащиту практически не наносим. Поэтому, пожалуйста, проговорите с пациентом не только про изменения на лице. Обязательно обратите внимание на открытые участки тела, даже когда мы находимся в условиях мегаполиса, это тоже зона риска именно по фотоповреждению. И, соответственно, мы будем говорить с вами о комплексной, конечно, коррекции всех этих симптомов, где домашний уход является неотъемлемой частью именно
правильной коррекции, потому что это то, что даст более быстрый результат нашим пациентам. И кроме того, опять же, не забываем о том, что именно домашние средства, средства наружного нанесения, они способны и профилактировать дальнейшие нарушения. И если мы посмотрим на как раз те активные средства, которые нужны нам в протоколе комплексной коррекции фотостарения, то, безусловно, кроме фотозащиты и назначения антиоксидантов, это еще и ретинол. Но опять же, для того, чтобы более точно определиться, кому что назначать, да, например, мы с вами понимаем, что у нас пациенты будут по-разному говорить о своих морщинах. И очень часто у нас бывает, приходят, опять же, подружки, которые вместе съездили на отдых, и у одной более выраженные морщины, более выраженная пигментация, у другой менее выраженные морщины и та же самая менее выраженная пигментация. Кроме паспортного возраста, у них еще будет по-разному проявляться старение кожи по щипковому тесту. Поэтому напоминаю, у нас есть шкала фотостарения Глагау, на основании которой мы поставим вот этот правильный диагноз фотоповреждений и подберем каждому свой топический уход в комплексном протоколе. Поэтому на вопрос, почему моей подружке вы назначили, например, одно средство, а мне два средства, мы ответим, что у них разная степень фотоповреждения, фотостарения по Глагау. И обратите внимание, сейчас я на слайдах как раз покажу основные характеристики и, соответственно, укажу, какие мы с вами средства из скинтелиактол можем рекомендовать таким пациентам. То есть если у нас пациенты еще очень молодого возраста, то есть 25-35 лет, еще нет никаких признаков старения ни в виде морщин, ни в виде пигментации, то, соответственно, в этом случае мы говорим прежде всего о профилактике и о коррекции острого фотоповреждения. Опять же, с чего я начала сегодняшний вебинар? С напоминания о том, что у нас есть аскорбиновая кислота, которая усилена фируловой кислотой, и, соответственно, скинтелиактол аскорбиновая кислота и поможет таким пациентам сохранить молодость кожи и устранить признаки острого фотоповреждения. Еще раз напомню, эритема уменьшается после нанесения аскорбиновой кислоты. И мы можем говорить с вами о том, что аскорбиновая кислота, нанесенная до солнца, будет профилактировать появление гиперпигментации и разрушение правильной структуры кожи и коллагена и профилактика эластоза, если мы рекомендовали пациентам аскорбиновую кислоту до воздействия ультрафиолета. Поэтому это прежде всего средство профилактики, поэтому в первой группе Глагау рекомендуем именно скинтелиактол, аскорбиновая кислота с фироловой. Вторая группа Глагау – это умеренное фотостарение. Здесь может быть учтен более старший паспортный возраст. Это уже переходная группа молодой, средний возраст, если мы говорим о классификации ВОЗ. Это те пациенты, у которых уже есть, как правило, динамические морщины. Могут быть небольшие нарушения пигментации в виде, опять же, таких нераспространенных участков гиперпигментации. Они могут уже жаловаться на шероховатость кожи, то есть гиперкератоз пальпаторный уже может быть определен, но он еще не виден. То есть мы еще не видим тусклого цвета кожи, да, не видим вот такой неоднородности цвета кожи. И, соответственно, в этой ситуации, конечно, мы говорим о том, что нужно уже влиять на структуру кожи, профилактировать дальнейшие, соответственно, изменения и в плане гиперпигментации, повышать увлажненность эпидермального слоя. И, конечно, здесь для вечернего ухода мы будем рекомендовать ниацинамид или скинтелиактол, полипептиды и факторы роста. Но днем этим пациентам я также, когда они собирались бы на солнце, на отдых, или, например, вот сейчас, говорят, у нас будут в Москве очень активные солнечные выходные, многие открыли уже сезон водных видов спорта, и в Москве в том числе, и в Питере, как я знаю, по рассказам своих пациентов, да, то этим пациентам утром до нанесения фотозащиты я бы также рекомендовала аскорбиновую кислоту.
То есть кинтелектул, аскорбиновая кислота, сферуловый утром, а ниацинамид или полипептиды и факторы роста с кинтелектул именно вечером. Если же мы видим с вами пациентов, у которых, соответственно, уже более выраженные нарушения и плюс биологический возраст уже старше 50 лет, то в этой истории нужно вспоминать не только о назначении антиоксидантов утром до нанесения фотозащиты. И напомню, что в этом случае мы рекомендуем HRI Redox, но и также еще, соответственно, нужно вспомнить о ретиноле. Потому что у этих пациентов уже кроме гиперпигментации, видимого неравномерного цвета кожи за счет выраженного гиперкератоза, есть уже объективные нарушения структуры кожи, и поэтому ретинол, мы помним с вами, работает в любом паспортном возрасте и дает именно реструктуризацию дермы. И, конечно же, если фотостарение еще у пациентов более старшего возраста, то тут нужно вспомнить и о ретиноле, и ниацинамиде, и, соответственно, возможно усиливать их действие назначением скинтелектул тоника с гликолевой кислотой 7%. Опять же, напомню о характеристиках этих средств. И, соответственно, все равно в каждой возрастной группе мы говорим о назначении антиоксидантов утром. Поэтому прежде чем вспомнить о ретиноле, еще раз напомню наши с вами протоколы антиоксидантной защиты. Если у нас с вами пациент говорит больше о профилактике, это либо скинтелектул витамин С, аскорбиновая кислота с фируловой, либо это скинтелектул редокс. Если у нас с вами пациент более старшего возраста и плюс по глагау это вторая, третья степень, то тогда это скинтелектул HA редокс. И кроме того, опять же, вечерний уход можно добавить и аскорбиновую кислоту. Если, опять же, пациент у нас становится старше, а окислительный стресс у него все больше нарастает, то есть и фотозащиту не использует, живет в мегаполисе, у него есть вредные привычки, либо гиподинамия, либо, например, избыточная физическая нагрузка, то, опять же, утром может быть моно, HA Redox скинтелектул или в сочетании скинтелектул, соответственно, аскорбиновая кислота. А в вечерний уход, опять же, мы добавим еще антиоксидантный комплекс, тот, который мы назначали молодым, именно как основное. Здесь это будет дополнять, соответственно, то, что вызывает реструктуризацию дермы. Поэтому, опять же, протокол вы сейчас видите на слайде. И вот когда мы говорим о комбинации двух средств именно для усиления воздействия на структуру кожи, то в этой ситуации то, что у компании Skintellectual Solutions средства представлены в виде именно микроэмульсии, это огромное преимущество, не забывайте об этом пациенту говорить. Потому что если бы мы нанесли как сэндвич два крема, то пациенты с жирной, да даже с комбинированной кожей пожаловались бы на то, что им тяжело наносить два средства, у них ощущение потом тяжести на коже, жирный блеск усиливается. Наши же с вами микроэмульсии очень комфортны, поэтому совершенно спокойно мы назначаем два средства для того, чтобы выраженно работать с окислительным стрессом при определенных условиях. Да? Поэтому, опять же, не забывайте о том, что это может быть не монотерапия, а в случае, опять же, вот таких неблагоприятных условий внешней среды и внутренней среды, и при этом еще и биологическом старении развернутом, мы можем назначать сразу два средства. Но, соответственно, хочу обобщить то, что я уже сказала. Да? Вы здесь видите такую сводную таблицу, где можно посмотреть на симптомы фотостарения, и большинство препаратов, которые работают как антиоксиданты, редокс, HRI редокс, аскорбиновая кислота, они в первую очередь направлены на профилактику. Видите, плюсики стоят у всех этих наших с вами скинтелектул микроэмульсий. А вот если мы говорим о том, что уже все случилось, да, и нам нужно получить обратное развитие симптомов фотостарения, то без ретинола не обойтись. Потому что ретинол даст нам как раз все нужные эффекты, поэтому мы его не назначаем как профилактику, мы его назначаем уже для коррекции. И вот в этом случае, опять же, мы с вами точно знаем механизмы,
которые дадут нам подобные эффекты. И если раньше мы с вами однозначно говорили о том, что летом, что вы, нельзя использовать ретинол, то на сегодняшний день мы точно знаем, что за счет того, что ретинол обладает внегеномным действием и повышает ультрафиолетовую защиту кожи, и оказывает влияние еще и тоже на отложение пигмента, соответственно, то есть влияние на пигментацию, то ретинол не только можно продолжать использовать, его нужно использовать в летний период. Другое дело, что все равно никто не отменял фотозащиту. И обратите внимание, опять же, я все время вот по своим пациентам цитирую именно это исследование, что даже в среднем выборке пациентов, средний возраст которых был 76 лет, в течение 7 дней ретинол уже дал изменения структуры. Обратите внимание, что в биопсии, в биоптатах мы видим, что идет экспрессия коллагена первого типа и других компонентов кожи, повышается именно пролиферативная активность фибробластов. Это как раз доказано в этом исследовании даже у пациентов такой старшей возрастной группы. Поэтому мы с вами говорим о том, что нужно обязательно пациентам говорить об этом противовозрастном эффекте, говорить о том, что он будет достигнут все-таки при длительном курсе. Если у новорожденных детей кожа обновляется буквально там за несколько часов, то чем старше мы становимся, тем дольше времени нам нужно, чтобы получить полную перестройку и эпидермиса, и дермы. И еще раз напоминаю о том, что третинаин был первым ретиноидом, который вообще начали использовать для лечения фотостарения кожи и для лечения истинного старения кожи. Почему об этом вспоминаю? Не только для того, чтобы подтвердить, какие ретиноиды замечательные, а для того, чтобы еще раз напомнить, с чем связано было негативное отношение наших пациентов, особенно в солнечный период, потому что именно третинаин давал не только хороший эффект, но он обязательно сопровождался выраженным раздражением, именно дерматитом. Поэтому мы привыкли на основании этого опыта считать, что, соответственно, раздражение, дерматит, это всегда будет усиливать, соответственно, фотоповреждение, и пациенты будут отказываться от назначенного лечения. Но когда появился ретинол, то мы видим с вами, что его эффективность такая же высокая, как и у третинаина, но при этом у него профиль переносимости гораздо выше. Практически нет такого выраженного дерматита, бывает небольшое шелушение, но, опять же, нет вот этого... Дерматит – это что? Это воспаление, да? Солнце тоже провоцирует воспаление. Именно за счет вот такого воздействия при назначении третинаина у всех пациентов сначала усиливалась гиперпигментация, эритема, соответственно, усиливалась. А вот если мы с вами назначим ретинол, то он нам даст такой же прекрасный эффект лечения и фотостарения, и именно противовозрастного действия на структуру кожи. Но при этом, опять же, мы с вами не получим вот неблагоприятных моментов, которые были на третинаине. Поэтому можно и нужно использовать ретинол в летний период. Вопрос концентрации, да, потому что мы с вами понимаем, что выраженное действие все-таки доказано для высокой концентрации. Это 1% ретинола. При воздействии более низких концентраций его клиническое действие, оно все-таки будет не таким значимым, не таким заметным. И обратите внимание, опять же, на то, что рекомендованный курс лечения ретинолом – это все-таки не менее года. И видимые результаты, мы говорим о том, что будут при использовании через 3 месяца. Поэтому тоже об этом нужно с пациентом проговаривать и ни в коем случае не отменять ретинол на летний период. И если, опять же, говорить о том, что какие правила нужно соблюдать,
то, конечно, нужно постепенно наращивать вот эту рабочую нашу эффективную концентрацию и, соответственно, не использовать агрессивные средства для демакияжа, ни в коем случае не использовать какую бы то другую ретинол-содержащую косметику, не использовать спирт, содержащий составы еще на коже, на которую мы назначили в качестве лечебного препарата ретинол. Поэтому нужно провести правильно консультацию с пациентом и, соответственно, обговорить с ним вот эти все условия правильного лечения ретинолом, в том числе в летний период. То есть мы с вами однозначно говорим о том, что нужно в первую очередь использовать фотозащиту, но, честно говоря, слушайте, мы фотозащиту уже, наверное, научили использовать всех наших пациентов с фактором не меньше 30, потому что если зимой, окей, это фактор может быть и 15, то летом обязательно с ретинолом или без это ультрафиолетовая защита с фактором не менее 30. И однозначно те остальные правила, которые мы с вами знаем, это, соответственно, как я уже говорила, не использовать агрессивные средства для демакияжа, не использовать спиртсодержащие лосьоны, другую ретинол-содержащую косметику, не использовать внутрь высокие дозы ретинол-содержащих препаратов или витамин А-содержащих препаратов. И тогда у нас, соответственно, все будет максимально благоприятно, комфортно для пациентов. В случае, если все-таки пациенты с очень чувствительной кожей, не забывайте о дополнительном просто использовании увлажняющих средств. На 2-3 раза в день можно дополнительно использовать увлажнение, использовать, опять же, спреи с термальной водой, либо любые другие, опять же, спреи увлажняющие. Это более удобная форма поддерживать увлажнение в течение дня, и постепенно кожа привыкнет, и, соответственно, мы с вами продолжим использовать высокоэффективный ингредиент ретинол для того, чтобы нивелировать симптомы фотостарения уже, которые есть, и, кроме того, симптомы именно истинного старения. У нас очень часто сейчас возникают ситуации, когда женщина узнала о том, что она оказалась беременной. Напомню о том, что использование ретинол-содержащей косметики не является показанием для прерывания беременности. У нас с вами абсорбция идет менее чем 0,1% от всего, что мы нанесли. И, соответственно, как правило, все-таки средства с ретинолом мы используем прежде всего, опять же, лицо, шея, декольте. Вот лично я ретинол 1% продолжаю использовать. Мои пациенты тоже, и я им всегда говорю, лицо, шея, декольте. Капелька с горошинку на лицо, на все, и точно такая же капелька на шею и на декольте. И, соответственно, мы с вами говорим о том, что иногда пациенты устают от одного и того же средства. Бывало. И когда прошел год, у меня пациенты говорят, ну, наверное, все, я закончу использование ретинола. Слушайте, потом сами же и возвращались к ретинолу, потому что устранение еще вот этого гиперкератоза, профилактика гиперпигментации прекрасно связаны с ретинолом, да? А уж насколько молодой и правильный по структуре выглядит кожа, опять же, можно показать на щипковом тесте. То есть есть эти эффекты однозначно у ретинола, поэтому на сегодняшний день я своим пациентам и сама я не отменяю ретинол в летний период, а наоборот настаиваю на его продолжении именно для того, чтобы мы продолжали видеть красивую молодую кожу. Напомню про протоколы ретинизации, они разные в зависимости от исходного состояния, от типа кожи наших пациентов. Но кроме ретинола, о котором мы уже с вами много раз говорили, и я думаю, что многие из ваших пациентов его используют, я хочу напомнить о другом еще средстве, содержащем ретинол. Это масло для тела, 1% масло для тела. Обратите внимание, что действие тритинаина, да, доказано, а мы с вами только что вспомнили, что тритинаин и ретинол в эффективности одинаковы. И, соответственно, раз у нас с вами тритинаин помогает при лечении стрии, то, соответственно, и наше с вами масло для тела, содержащее ретинол,
также поможет. Особенно хотела бы обратить ваше внимание на свежие растяжки, то есть когда мы с вами не можем использовать аппаратные инъекционные методы. В этом случае именно назначение домашнего наружного ухода позволит уже контролировать этот процесс. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что у нас есть 1% ретинол Body Oil, который эквивалентен 0,1% третиноину, и прекрасно используется, когда мы видим растяжки на разных участках кожи. Кроме того, опять же, не только растяжки. Если мы говорим, опять же, о фотостарении, то, опять же, эффективность доказана. И когда мы работаем с вами на сокращение кожного лоскута аппаратными методами, не забывайте о том, что здесь ретинол поможет повысить эффективность этих аппаратных процедур. Поэтому, так отступя от летнего периода, обычно мы все-таки готовимся к лету этими аппаратными процедурами. Ну, подождите, наступит осень. Пациенты вернутся, и мы продолжим с вами работать с аппаратными процедурами, например, с микроигольчатым РФ по телу. А вот здесь хочу показать как раз доказательство эффективности SkinCelectual 1% Retinol Body Oil. Обратите внимание на пациента. Это мужчина, у которого растяжки появились за счет метаболических нарушений, да, и вы видите, что они свежие, именно багрово-синюшные. Поэтому я назначила ему именно домашний уход. Пока разбирались с внутренними процессами, ретинол Body Oil прекрасно сработал. Да, вы здесь видите результат 6-месячного использования. Растяжки побледнели, и теперь я могу дальше работать с ними уже с использованием аппаратных инъекционных методов. Но ретинол Body Oil мой пациент продолжит использовать их в дальнейшем. Еще раз оговорюсь, это только это средство. Больше никаких ни наружных средств, ни процедур данному пациенту не проводилось. По-моему, прекрасный результат. Еще с учетом объема 1% ретинола в данном средстве. Но хотела бы обозначить еще одну проблему, кроме фотостарения на летний период. Это отечность и темные круги под глазами. И многие пациенты говорят о том, что те средства, которые они применяли в зимний период, как раз-таки усугубляют эту проблему. За счет того, что это что? Это чаще всего были какие бы то ни было крема. А у нас с вами есть, опять же, микроэмульсия, которая содержит кофеин, арбутин и катехины. Изготовлена она, опять же, по технологии микроэмульсии с гелосферами. И поэтому, соответственно, легкая текстура, прекрасная пенетрация и длительная работа активных ингредиентов поможет справиться с этой проблемой усиления отечности темных кругов под глазами в летнее время. Поэтому не забывайте об этом. Но еще одно средство, о котором мы чаще всего не говорим, это маска. Маска SkinCelectual Sulfur Mask, которая содержит, опять же, у нас противовоспалительные компоненты. Потому что напомню о том, что в летний период спирт, содержащий различные средства, нельзя использовать. Это риск, опять же, получить гиперпигментацию в этой зоне и дополнительное раздражение. Поэтому в качестве такого топического, очень часто локального средства я на летний период рекомендую эту маску даже тем, то в осенне-зимний период не жалуются на какие-то воспалительные элементы на коже. Все-таки летом за счет повышения температуры у нас с вами воспалительная активность проявляется в Т-зоне практически у всех. А если еще мы поедем на море, на очень высокую влажность, там эта проблема усугубляется. Поэтому не забудьте пациентам напомнить о том, что в линейке SkinCelectual Solutions есть Sulfur Mask, который прекрасно позволит справиться вот с таким локальным воспалением без неблагоприятных последствий. Поэтому можно назначать как средство скорой помощи и в комплексной терапии пациентов, склонных к акне или у которых они вот так эпизодически появляются именно в летний период из-за климатических условий. И еще один препарат, о котором мы тоже очень часто забываем, это SkinCelectual Glycolic Tonic, содержащий 7% гликолевую кислоту с высоким значением pH, то есть это не пилинг ни в коем разе, несмотря на то, что это 7% гликолевой кислоты.
но он еще содержит сок алоэ и глицерин, которые дают нам дополнительно противовоспалительные действия, увлажнение. И для чего нужен гликолевый тоник? Помните, я упоминала, что один из симптомов фотостарения – это гиперкератоз. Так вот, гликолевый тоник позволит нам прекрасно профилактировать гиперкератоз или бороться с уже имеющимся гиперкератозом и повышать эффективность использования всех других средств. Поэтому помним о том, что у нас гликолевый тоник есть в линейке SkinCelectable Solutions, и, соответственно, рекомендуем его единственно наносить на сухую кожу. То есть нужно провести очищение кожи, умыться, высушить ее и после этого наносить гликолевый тоник. Потому что гликолевая кислота, она может связываться с молекулами воды, немножечко давать тогда в этом случае раздражение. В случае нанесения на сухую кожу прекрасно переносится и дает нам нужный эффект. И в качестве закрепления материала хочу показать еще один клинический случай. Это прошлое лето. Данная пациентка жаловалась на периодические высыпания. Кроме того, у нее начальная стадия розации. И хоть визуально пигментация еще не была видна, обратите внимание, при проведении 3D-диагностики мы на ее фотографиях можем увидеть отложение пигмента, соответственно, на коже лица. Обратите внимание, 2 месяца использования домашнего ухода от SkinCelectable Solutions. И мы с ней получили улучшение, которое видно и невооруженным взглядом, и она сама прекрасно это отмечает. И на 3D-диагностике это подтвердили. И я уверена, что вы точно догадались, какие средства я ей назначала. Обо всех этих средствах я сегодня упоминала в вебинаре. Поэтому SkinCelectable Solutions – это та космецевтика, которая действительно дает нам лечение кожи, профилактику дальнейших изменений, и без нее невозможно обойтись в летний период. Те как раз средства из линейки SkinCelectable Solutions, которые понадобятся, я все упомянула в сегодняшнем вебинаре. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз хочу сказать, попросить прощения за техническую задержку. Не понимаю, что сегодня случилось. Может быть, как Меркурий у нас там в ретрограде. Но я всем вам желаю преодолеть все сложности в нашей с вами ежедневной практике. Так что здоровья вам, красоты, молодости и, конечно же, довольных пациентов. Спасибо большое. Всего доброго.